Всем привет, с вами Артур. И сегодня у меня в ремонте BMW 3 GT. Ремонт передней стойки и порога. Начинаю ремонт, но сначала мне пришла посылка от одного из подписчиков, как я понял, из США. Отправитель Алекс. Спасибо Алексу. Итак, вскроем ее и посмотрим, что в ней есть. А здесь у нас две майки с логотипом компании. Четыре зажима. Постер и каталог. Прекрасно, все это пригодится в работе. Спасибо еще раз Алексу. Ну а теперь ремонт. Машину пригнали уже разобранную, разобрал сам хозяин. По желанию хозяина менять буду только двери и переднее крыло. Остальные детали будут равняться. Устанавливаю машину на стапель и первым делом вытягиваю завесы дверей и порог. Работа по вытяжке закончена, теперь работа со споттером. На данный момент мне нужно выровнять две небольшие ямки на средней стойке и сам порог. Thank you.
На порог нанесу немного олова. Ремонт порога я закончил. Теперь приступаю к ремонту передней стойки. Вот этот кусок я вырежу. Как можете видеть, крепление нижней завесы двери сильно деформировано на стойке. Вырезаю поврежденный металл, выравниваю и привариваю. Прежде чем приварить выровненный кусок, установил завесу двери и саму дверь и проверяю зазоры. Зазор между дверьми хороший, ровный. Снимаю дверь и обвариваю крепление. Теперь выравниваю удаленный металл передней стойки. Вырванный кусок обрежу и поменяю. Теперь надо выровнять край самой передней стойки.
Вот теперь я могу приварить внешний металл передней стойки. Передняя стойка сварена. Теперь приварю элементы крепежей бачка омывателя и крепление крыла. С передней стойкой я закончил. Теперь при помощи споттера осталось выровнять часть стойки возле стекла. Работу с металлом я закончил, теперь грунтую голый металл и замазываю швы герметиком. Устанавливаю двери и переднее крыло. Вот и все, моя работа закончена. Как можете видеть, детали были куплены в цвет машины и в хорошем состоянии. Поэтому хозяин решил их не красить. Отдаю машину хозяину. На эту работу ушло 20 часов. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!